Ну что? Я уже чувствую, пошли энергии. Кто-то уже колдует, я смотрю. Я же все чувствую, что там галерка качает. Немножко создадим поле. Почувствуйте свое тело. Просто внимание сместите на ощущения в теле. То есть глаза можете не закрывать, можете закрыть, как хотите. Попробуйте заметить, что что-то происходит на уровне ощущений в теле. Ну, что-то новенькое. Вот этот ретрит — это про состояние, это про ощущения, про энергию, потому что информации и так навалом сейчас. То есть информации настолько много, что люди обожрались ее, в буквальном смысле. Я в том числе. Но есть энергетический аспект, и это можно почувствовать в теле. Кто-нибудь что-нибудь сейчас чувствует? Что вы чувствуете? Ага. Еще кто-нибудь что-нибудь чувствует? Вот прям что, не, что вот реально не глючит, вот что-то реально происходит. Что? Головокружение. Это хорошо или плохо? Нравится. Отлично. Как шампусик, да? Окей. Это просто запуск. Возможно, сейчас что-то легкое, что-то непонятное. Потом мы разгонимся, вы это почувствуете. Это серьезные штуки. Вот, если хорошая связь с телом, да, коннект со своим телом, то вы практически можете создавать реальность. То есть, если есть связь с телом. А через дыхание лучший способ установить вот этот коннект. Дыхание — это мост между сознанием и телом. Тут же эмоции, тут же энергетика. Да, хорошо. Поищите, пожалуйста, эту тему. Мне даже интересно, да. Иногда Сири такие первые выдает. Ты едешь, просто общаешься в машине, на-на-на-на-на, что-то на какую-то тему. И она сейчас, или там Яндекс Навигатор, сейчас поищу. Но особенно, когда речь идет про тело, какие ощущения в теле могут быть? Этот Яндекс Навигатор, сейчас поищу. Окей. Хорошо, мы здесь дышим, делаем дыхательные практики. А вот именно вот в этом месте мы уже 6-й год. 6 лет мы сюда ездим регулярно, делаем такие 3-дневные выездные. У нас отточенная программа, отшлифованная до идеала просто. Программа очень насыщенная тем, что информации, может быть, не так много будет, именно информационной какой-то темы, да? Будет больше, что делать и на что обращать внимание на уровне ощущений. Может быть такое, что вы за эти 3 дня переживете такую гамму ощущений, состояний, как будто это несколько месяцев. То есть, если взять вот несколько месяцев, вот так вот собрать вот это все, вот этих ощущений, вот может быть такое, что вы переживаете это за 3 дня. На 3-й день, в воскресенье, когда мы уже все уезжаем, со слезами счастья на глазах,
Вот складывается впечатление, что прошла там неделя или две недели, то есть такая плотность событий. Сейчас, пока вы друг друга не знаете, такое вот такое ощущение чего-то такого, что что-то будет непонятно что, какое-то ожидание. Вот какое чувство у вас сейчас возникает, если вы примерно представляете, что будет завтра и послезавтра? Какое ощущение? Азарт. А где этот азарт? Где-то здесь. Хорошо. Хорошо, вот она рассказывает, почувствовали. У кого еще что возникает? Интерес. Интерес. Ага, хорошо. Ага, хорошо, что еще? У кого-нибудь есть страх? Нету? Есть. Прекрасно. Но вообще должен быть человек, ну или даже несколько, что такое, немножко мандраж такой, да, такое, что-то неизвестное будет. Прекрасно. На самом деле, с первых минут вообще, как зашла сюда, как будто меня просто окунуло в такой максимальный релакс. Удивительно. Это состояние, с которыми мы будем работать, вы это обязательно почувствуете. И мы эту тему раскроем. Не только я, у меня есть ученики, которые тоже могут эти штуки делать, создавать вот это поле. Вот. То есть, опять же, есть информационный канал, да, информация. Говорим, говорим, это так, это так, это так, вот так, вот так, вот так. И ты просто представляешь либо слова, либо образы. То есть конкретный информационный канал, слой. Ну, лучше канал. А есть энергетический канал. Это когда никто ничего не говорит, прикиньте, и все понимают, что происходит. Знаете, такое бывает, когда ты с кем-то общаешься, да, тебе не надо много слов, но ну, такой коннект происходит с человеком, такой рапорт, что все четко, все понятно. Это сильно продвигает отношения, да, или там взаимодействие, доверие обязательно. Или канал через сердце, например. Такое ощущение уверенности, тепла, спокойствия и так далее. И слов не надо. Убеждать ни в чем никого не нужно. Вот это поле мы здесь создаем, мы поработаем с разными состояниями, ощущениями, мы поработаем с чакрами. Кто-нибудь слышал, что такое чакры? Самый сейчас будет более актуальный вопрос, кто не слышал, что такое чакры? Ксюша не слышала. Ну, у вас уже своя клиника в этом плане, можете забыть про них вообще. Окей, потому что я помню, когда начинал свои вот эти энергодыхательные штуки, занятия в Москве, это был 2013 год, с чего все началось. Мы приехали, организовали группу по дыханию ребёрфинг. Мы сделали выездной по ребёрфингу. Слышали практику ребёрфинг дыхательного? Вот я с нее начинал. Вот из нее родилось энергодыхание. Просто я взял ребёрфинг и поделил ее на куски равные. А еще и провел свое личное исследование, что можно дышать вообще в ритме 45 дыханий в минуту. Медленно так и глубоко. У тебя будет один спецэффект на ощущениях в теле, одна энергия. А можно дышать быстро. У тебя будет совершенно другой эффект возникать. И, ну, другая терапия, другая энергия. А есть еще шаманское дыхание. То есть они через горло дышат. Это вообще 70 циклов в минуту. Там вообще третье состояние. И тут меня осенило. Эврика. Можно эти ритмы миксовать и каждый ритм применять. Пошли уже занятия на реализацию намерения, потому что через дыхание идет. Первое, что нужно понимать. Снимаются блоки, зажимы, освобождается огромное количество энергии, жизненной силы. Энергии из тела, из психики, когда разрешается внутренний конфликт. Ну, тебя что-то запаривало, да, много-много там месяцев или лет, или недель. Тебя что-то парило, беспокоило. Ты подышал, тебя это бах, снялось. Все, это тебя не беспокоит. Ты возвращаешься к теме, ты вспоминаешь, да, такое событие было негативное, но у меня сейчас оно уже не парит. Да, вот после дыхания. Это значит, что...
это событие имело какой-то некий эмоциональный заряд, который у вас был в теле, тело его отражает, и ты эту эмоцию через дыхание проживаешь, она у тебя всплывает, возможно, с образом человека связанного с этим случаем, и все, у тебя вот, эта негативная эмоция, энергия, она трансформируется, высвобождается в свободную. И получается, любой блок в теле, любой блок в психике – это, по сути, энергетический тайник, который вы можете трансформировать в чистую энергию. Следующий вопрос – что с этим количеством энергии и жизненной силы можно делать? Если, например, ты занимаешься техниками дыхания, ты накачиваешь себя энергетикой, ты высвобождаешь определенное количество энергии, у тебя негативных эмоций, блоков, зажимов в теле становится меньше, 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 у тебя появляется определенное количество свободной энергии. Внимание, вопрос. Она была заблокирована, сейчас она разблокирована. У тебя свободный потенциал. Что с этим делать дальше? Обязательно нужно куда-то эту энергию направить. Какой-то должен быть вектор. То есть, если вы делаете практики такого уровня, а это достаточно серьезные методы, вы это потом, кто в первый раз, и потом почувствуете, насколько это мощно, то обязательно этот потенциал нужно куда-то заряжать. Куда? Намерение. Намерение какое может быть? Любое абсолютно. Намерение благосостояния, здоровья, богатства, отношения, что угодно вообще. Чаще всего срабатывает тема на уровне событий. Лучше всего, если вы занимаетесь такими практиками, дышать на какие-то события в будущем. Оптимальная дистанция – это примерно 3 месяца. Вот отсюда 3 месяца, считайте. Вот эта дистанция, куда может прям хорошенько так добить ваша энергетика. Дострельнуть. Примерно так. Это я говорю из опыта многих-многих людей, от которых брал обратную связь. Точка А, точка Б. Сколько прошло? Вот обычно реализация происходит до 3 месяцев. Либо нужна такая сила мощная, чтобы она пробила где-то на 6, на полгода. А если какое-то глобальное событие вы хотите качнуть, потому что на любое событие, на любое желание, на любое намерение вам нужна энергия. То есть, если энергии не хватает, у тебя будет проект. Проект этого здания есть, а ресурса нет. Ресурс – это энергия. Если событие глобальное, то, конечно же, нужен большой объем энергии и концентрация. Вот этим мы будем здесь заниматься. Поэтому сегодня у нас в программе всего лишь трехфазная техника энергодыхания, но последняя фаза будет в стиле Deep Techno. Это круто, вам понравится. После захода солнца все будет. Потом будет баня. После практики мы побанимся. И, возможно, если останется время, посмотрим интересный фильмец здесь. И уже начнем потихоньку подходить к теме состояния самадхи. В каком состоянии хотите отсюда уехать? Счастье, расслабление, энерджи, заряд энергии с решением намерения, задачи. То есть какой-то вектор уже задать сейчас. Все просто. Просто сейчас задайте состояние, что уже решилось. Вот в этом состоянии идите во все практики. Не решаться потом, когда уеду, а оно сейчас уже решилось, по сути. Просто задача напитать это решение. Чувствуете, поле уже создается, уже чуть-чуть поменялось. Кто это чувствует? Уже по-другому поле. Все, вот сейчас начали представляться, и каждый начинает это поле создавать. Не только я, да, накачивать вектор, а вот все. Самым наилучшим образом просто ставьте намерение, что вы получите результат, который для вас будет самый идеальный, и все сложится самым наилучшим образом конкретно для вас. То есть вы можете не знать, как вам нужно, понимаете? Но если вы доверитесь потоку, то каждый человек, да, в лице каждого человека вы получите какой-то ключ и ответ. И вас это приведет к лучшему, к максимальному эффекту, результату. Представьте, уже все разрешилось. Все.
Не-не, просто техники это подкрепляют. То есть вы ментально задаете, все решилось, разрешилось, реализовалось. А именно техники и занятия, и та энергия, которую вы здесь накачаете, она просто вот это решение запитает. Ну, потому что энергия сдвигает, а не просто ну, мысль. Мысль, она только направляет энергию, она может своей собственной энергии не иметь. Мысли, мысль. Хорошо. Поле меняется. Чувствуете, каждый привносит частичку своей энергии. Сразу вот по-другому. Хорошо, дальше. Обязательно, просто это инструмент, поймите, да? То есть вам уже нужно сейчас подумать, что вы хотите. То есть без того, что вы хотите конкретно, без знания, любой инструмент он не будет давать. Ну, то есть джин – это джин, да? А запрос должен быть от вас этому джину. Он как инструмент, окей, исполнен, да? То есть, поэтому уже сейчас подумайте, что бы вы хотели конкретно. Хорошо, что вы опять эту тему зацепили. Наладить отношения с другим человеком. Но вектор нужно не на другого человека, а на собой. Когда вы наладите отношения с собой, лучше всего друг в нашей жизни – это наша голова. То есть лучше всего, лучшая дружба – это с головой. Да? Ну или с телом. Да? То есть, ну что бывает, когда тебя просто куда-то относит, и у тебя уже то есть отношения с другим человеком – это ну, отражение вашего отношения с самой собой. Поэтому, когда у вас произойдет коннект со своим внутренним состоянием, да, вот этим спокойствием, да, вы почувствуете, вот она я, вот это ощущение, мне кайфово, я сейчас чувствую себя прекрасно, да, ничего не парит, вы в ресурс войдете. И тогда автоматически у вас уже будет отладка отношений с окружающими людьми и с близкими. В этом фишка. Прекрасно. Это, есть такая тема. Проси больше, получишь столько, сколько нужно. Есть такая тема, да? Уже пошла трансформация. Все. Все, кто сейчас тут сидят в этом поле, уже происходит благодать. Обратите просто на это внимание. Все. Кайфово, да. Хорошо. Что будет дальше? Не знаю. Очень интересно, сам не знаю, что же будет дальше. Можно зайти в чат и почитать программу. Я даже не читала программу, не успела еще. Ну, счастливые люди не читают программу. Они просто приезжают, я случайно тут мимо проходил по трассе, думаю, зайду-ка я на ретрит, подышу. Не, просто горло чуть село и все. То есть у тебя что-то чакра не в ту сторону крутится. Подожди, я сейчас ее чуть-чуть подкручу. Да, и поиск начался с тех моментов, когда я осознал, что у меня очень много блоков. Это еще с детства идет. Вот, я с ними справлялся разными способами, но потом понял, что это все, ну, какая-то такая рябь на воде. И я начал углубляться глубже в себя заходить разными способами, самостоятельно. И доходил до какого-то предела, прям, когда я понимал, что все, что мне мешает, оно на поверхности. И вот, когда я продышался первый раз, это была полчасовая практика твоя, полтора месяца назад, случайно вообще, 7 чакр называется она. Там 25 минут, по 3-4 минуты на одну чакру, с копчика начинаю. Я понял, что я вообще не туда шел, и это вообще что-то не то было. То есть у меня шум весь ментальный, он просто затих за полчаса. Я провалился туда, куда несколько лет не мог попасть. И вот за эти полтора месяца очень много событий произошло в жизни, прям таких серьезных. Амплитуда от там плюсовых до минусовых она увеличилась в разы. То есть это не хорошие события, а это вот такие события. И как раз вот я сейчас понял, что... Ну, это трансформация называется. Да, тебя начинает уже что меняться. Я понял, что я нашел, как бы, куда идти, с чем нужно разбираться. Это все поперло. Вот так я оказался здесь. И, вот, и хочу уехать, как раз докопаться до того момента, когда я пойму свою цель. Потому что они сейчас у меня цели все немножечко так, ну, как бы меняются из зависимости от амплитуды. Окей, хорошо. Поддержи это состояние, с которым хочешь уехать. Вот прям оформи его в ощущение. Можешь не называть, просто поддержи его. Оно еще, кстати, может поменяться у вас в течение занятий. Да, поэтому я не могу
сознательно толком. Тогда не надо. Уже пошел процесс, поэтому наблюдай. Рекомендую на по ходу ретрита подумать, куда направить, потому что знание может не прийти. Да, ты можешь просто ты можешь просто энергию накачать. На выходе с ретрита ты едешь, у тебя ее просто море, ты глазами комаров убиваешь, там взглядом он падает, да? Да. А после ретрита ты только вспышка такая, крылья отлетели. А энергия, она просто, ей все равно куда идти. Поэтому лучше, конечно же, сформируйте, ну, прям конкретно куда. Потому что бывает такое, что после мероприятия человек приезжает в свою обычную среду, он, ну, просто конкретно раскачан по энергетике. И он просто начинает, как слон в этой лавке, громить. То есть энергия без направления, она, ну, понимаете, что может сделать. Хочешь, дам подсказку прямо сейчас? Вот все, вот четко. И закончится твоя история с этими решениями. Если ты подвисаешь в каком-то решении, это не твое решение, вообще просто забивай на него. Ну все, то есть если есть какое-то решение, это или это не то, не то. Ну это все галлюцинация. А не то, не то, неверно будет. Вот такая тема. Как только вы колеблетесь между тем и тем, на самом деле это просто глюк. Как зеркало отражает ложь и там, и там. Но ты себе начинаешь придумывать, что, о, вот все-таки это ты как-то его охарактеризуешь, как-то себе уговариваешь, да, или внушаешь, что типа оно правильно. А на самом деле не то, не то. Потому что правильное решение – это когда вы никогда не колеблетесь. Все. Нет колебаний, значит, это верно.